Все больше людей во всем мире отдают предпочтение продуктам халяль. Одна из наиболее динамично развивающихся компаний в России, занимающаяся реализацией халяльной продукции, торговый дом «Эко-Халяль». Наша продукция выпускается на самом современном оборудовании в России. Несмотря на то, что в России очень большая конкуренция в продаже мяса птицы, наше преимущество – клиентоориентированный подход. Основным параметром конкурентоспособности в современном мире является ориентация на качество производимой продукции. Это основной тренд и в халяльном секторе. Так считают ведущие мировые специалисты. Мы рады приветствовать российскую компанию в Дубае на международной выставке. Наша организация занимается международной сертификацией по стандарту халяль, который разработан Министерством стандартизации и метрологии Объединенных Арабских Эмиратов. Мы открыты к сотрудничеству с российскими производителями продукции халяль и готовы предложить свои услуги. Сотрудники компании не только активно налаживают бизнес-контакты, но и стараются максимально расширить географию работы, тем самым не только увеличивая возможные рынки сбыта, но и популяризируя продукцию халяль. Так, только за прошедший месяц компания приняла участие в представительном форуме татарских предпринимателей в Казани, а также посетила крупнейшую в мире выставку халяль-продукции в Дубае. В этом году делегация торгового дома «Эко-Халял» посетила международную выставку в городе Дубай «Галдфуд 2018». Но также мы не забываем участвовать в специализированных выставках и в России. В марте, начало марта текущего года мы также участие принимали в Казани на сходе сельскохозяйственных предпринимателей, тем самым участвовали на выставке, представили там свою продукцию. На данной выставке в Казани была презентация нашей продукции, высоко оценил о ее качестве, о ее очень красивом презентабельном виде президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Еще древнегреческий философ и медик Гиппократ утверждал: «Ты то, что ты ешь». А ислам призывает к чистоте как духовной, так и физической. И чем больше людей будут питаться чистыми продуктами, тем ближе будут они к довольству Всевышнего. Марат Салимов, Ратмир Мусалов, специально для Нур ТВ.